Студия танца «Джем», Национальное телевидение «Чувашия», развлекательный центр «Ананас» и «Мадагаскар Парк» представляют новый сезон проекта «Танцы без границ Kids». В следующей программе. Какой стиль еще не танцевали наши участники? Мне было сложновато. Новый стиль. Что смущает одного из танцоров проекта? Кто из участников пройдет финал? Ну, мне кажется, что все участники достойны. Седьмой выпуск программы «Танцы без границ» смотрите в эфире 25 ноября в 21:00 только на Национальном телевидении Чувашии.